Рядом со мной находится представитель компании Boutique.ru и по совместительству спикер на сегодняшней выставке CPM Алия Хасянова. Алия, скажите, какие вопросы вы сегодня обсуждали в рамках выставки? Сегодня я рассказала, как Boutique.ru сделал первый диджитальный магазин в России. Мы убрали всю офлайн-площадку, офлайн-витрину точнее, и сделали диджитал-витрину. И магазин нашего формата, как нас назвали в Германии, стал фиджитом. У нас новый формат – фиджитал. Фиджитал – это что-то новое. Когда клиент вживую, это не прямой диджитал, клиент вживую все-таки приходит в офлайн, в магазин, но любую покупку он совершает только через интерактивные панели. Алия, получается, вы рассказывали про кейс вашей компании? Да. Вообще, как отреагировали на данный кейс слушатели, которые... Вы получили фидбэк после вашего выступления? Я думаю, хорошо. На самом деле, как многие, видя наш формат презентации, в шоке от того, что это все-таки будущее. Мы показываем магазин будущего. Но после посещения этого магазина клиент уже не готов менять свое поведение и идти в классический офлайн. Алия, спасибо огромное, что были с нами и уделили нам капельку своего времени.